Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия, и сегодня мы поговорим о ПТРе и о ключах. Частенько на стримах мне люди задают вопросы, почему ты ходишь только 14 или 15 ключики, почему не хочешь больше. Я говорю то, что на текущий момент нет никакой награды, например, за 20 ключи. И было бы неплохо, что, например, была бы ачива какая-нибудь за 20 ключи, и награда была бы соответствующая, к примеру, возможность апгрейда пушки. Как это все, в принципе, в PvP обстоит, то, что апаешь с 200 до 2400 рейтинг, и появляется возможность апгрейда пушки. Было бы неплохо, если также сделали для PvE за доблесть. Но нет. Немножечко разработчики шагнули не в ту область, шагнули не на ту дорожку, и прикрутили другую, уникальнейшую награду за прохождение всех 20 ключей. Это уникальнейшая награда, берет свое начало с дополнения Пандарии, ну и Дренора, собственно. В Пандарии и в Дреноре были испытания, и если вы проходите это испытание на золото, то есть менее чем за 60% времени, то вам открывается возможность телепортации к этому подземелью. При прохождении всех 20 ключей в дополнении Shadowlands во втором сезоне, в обновлении 9.1, вы будете получать телепорты к этим подземельям. То есть, как это будет выглядеть? Скорее всего, все так же, как и в Пандарии в Дреноре. Добавляются две кнопки в общее путь вождя. То есть, мы выбираем данж, к которому можем портнуться, КД 8 часов. И путь претендента. Это пандаренские данжи. Вот, они у меня есть на воине, поэтому я на воина и зашел. На ДК у меня ни одно испытание не пройденное, не играл на тот момент на ДК. Вот. То есть, это ли действительная награда за прохождение всех 20-х ключей? Ну, не знаю, мне кажется, она должна быть как-то лучше. То есть, это все как-то не так идет, не так, как должно. То есть, возможность телепортации, но она никому не нужна, в 9.1 будут полеты. Окей, если разработчики видят именно так награду за 20-е ключи, пусть оно так и будет. Но что я могу сказать насчет этого? Было бы лучше, если была бы возможность апгрейда пушечки на несколько рангов. Это было бы полезнее, и люди бы реально этим занимались, люди бы апгрейдили пушечку. Потому что пушка — это тот слот, который дает больше всего дэмэджа. А возможность телепортации до вас суманут. К тому же данжи находятся рядом с какими-либо ковенантами. Флайт-точки хорошо имеются, да полеты будут. Уже 20 раз об этом сказал. Так что возможность телепорта какая-то такая себе награда за 20-е ключи. Все, что я могу сказать на текущий момент. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!